Первые ледовые бои в новом сезоне. В преддверии чемпионата страны по хоккею наш Кулагер опробовал свои силы. В выходные во Дворце спорта прошли товарищеские встречи с Руднинским Горняком. В субботу подопечные Вячеслава Билана обыграли соперников со счетом 3-1. И на следующий день успех закрепили. В сухую раскатали руднинцев со счетом 3-0. Впереди у нашей команды борьба за Кубок Синегория. 11 августа в Кокшетау Кулагер встретится со столичным «Намадом».